14 марта студенты Бахчисарайского колледжа строительства, архитектуры и дизайна КФУ имени Вернадского посетили мемориальный комплекс «Концлагерь Красный», находящийся вблизи Симферополя. Экскурсия состоялась в рамках выполнения плана проведения мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию. Мы нацелены на то, чтобы студенты не только знали, но и своих детей приводили в этот комплекс и таким образом поддерживали традицию нашего гражданского долга. Обучающихся сопровождал председатель Бахчисарайской районной организации ветеранов и преподаватель колледжа Николай Пукшин. Очень важно, самое главное для каждого из нас, и в том числе для наших студентов, это память. Помня, зная свое прошлое, значит, мы будем думать о настоящем будущем. И мы стараемся с первого дня занятий, особенно в группах после 9 класса, после 11 класса, на первокурсников, привить именно им чувство памяти о своих родных, разобраться, кто из их родных и близких когда-то защищал свою родину. В ходе экскурсии студенты ознакомились с территорией мемориального комплекса и узнали о трагической истории этого места. Они также посетили музей и посмотрели документальный фильм о Великой Отечественной войне. Было очень познавательно посетить данную экскурсию, получить множество полезной информации и данных, приведенных на таблицах возле мемориалов. Больше всего запомнился колокол, на которых написаны там данные были на таблицах, и полностью приведенные данные с численностью населения, которая пострадала в тот момент. Подробные экскурсии будут проведены для студентов всех структурных подразделений и филиалов Крымского федерального университета. До окончания календарного года мемориальный комплекс в память о жертвах фашистского концлагеря посетят около 4000 обучающихся КФУ. Антон Бизик, Виолетта Птицына, Михаил Погомий, пресс-служба Крымского федерального университета.